первого взгляда это обычное поле, на котором ничего не растет. Однако на самом деле это дно реки Лыбедь, одного из водопритоков Рюминского пруда. Буквально на днях в социальных сетях появилось сообщение о болотистой местности на Рюминском пруду. В сообщениях говорилось о том, что хоть сам пруд почистили, то об одном из его участков просто забыли. Мусор, обломки веток и деревьев – все это находится буквально в центре парка культуры и отдыха. Люди всем этим, естественно, недовольны. Конечно, я отношусь к этому отрицательно. Это часть нашего города, это во-первых. Потом все-таки человеческая культура о чем должна нам говорить? О том, что все должно быть чисто и аккуратно. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы этого не было, чтобы почистили. Чтобы, потому как воняет, ну и взгляду не очень приятно. Ой, мы тут в гостях, но это просто такое место, хочется, чтобы оно было шикарное. И это будет, по-моему, самый-самый такой подарок горожанам. Это не парк, это будет чудо просто. В Рюминский пруд вода попадает через три водопритока со стороны самого парка, с водоема у дороги, а также из реки Лыбедь. Для того, чтобы поддержать чистоту в самом пруду, у каждого из притоков были построены фильтрующие дамбы. Что это позволит нам сделать? То есть загрязненные стоки с поверхности как водных объектов, так и прилегающие территории будут, проходя через эти фильтрующие сооружения, очищаться. То есть в самом пруду будем надеяться, что качество воды у нас улучшится, как минимум на один показатель. На другом берегу Рюминского пруда была построена плотина со специальным затвором, который позволит поднимать и опускать уровень воды в водоеме. Сейчас, по словам Надежды Абрамкиной, он очень низкий. Пока есть некие технические моменты, которые нам не позволяют наполнить пруд до его нормативного подпорного уровня. Это было буквально неделю назад, сейчас просто очень сухо и требует регулировки само сооружение. По одной из версий, из-за низкого уровня воды в реке Лыбедь теперь в Центральном парке культуры и отдыха можно увидеть дно этого водоема. То есть ничего необычного тут нет, возможно, низкий уровень воды здесь только временно. Работы по очистке Рюминского пруда прошли в 2017 году. Было удалено 12 метров донных отложений. Всего вывезли больше 80 тысяч кубометров обезвоженного мусора. В планах администрации города Рязани установить здесь фонтан с подсветкой, обустроить лодочную станцию и пляжи, посадить специальные растения, которые обеспечат экологическую защиту водоема. Подобные планы возникали у власти города еще в 2016 году. В настоящее время, в соответствии с проектом «Комфортная городская среда», такие работы планируют выполнить до конца этого года. В каком виде останется водоприток со стороны реки Лыбедь, неизвестно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».